Приветствую всех смотрящих этого видео. На связи с вами, как обычно, я, Дмитрий Бандурко, а.к.а. Дима Ваншот. И сегодня я хочу поделиться с вами ощущениями по своему челленджу, который я создал и начал выполнять с 1 августа. Напомню, что челлендж называется хэштег «Потный август», и ссылочку на пост с этим челленджем я оставляю для вас в комментариях, а именно для тех, кто вообще не в курсе, что это за челлендж и зачем он нужен. Как вы помните, я говорил вам о том, что буду стримить и играть каждый день минимум по 10 матчей в день в FPL-це, потому что целью моей было набрать форму в максимально короткий срок, а также, если повезет, пройти в FPL. Также помимо этого я постоянно и много занимался и занимаюсь сейчас своей стрельбой, а именно я играл на сервере Atrefrag. Кстати, позже сделаю обзор на этот удобный сервер для тренировок, в котором есть вообще все нужные режимы, чтобы качать себя как игрока во всех аспектах. Каждый день я играл ДМ, делал от 500 до 1000 фрагов, смотрел демки, заново учил гранаты, как новые, так и старые. Ну и соответственно еще многое другое, что развивает меня как игрока. Первые дни этого вызова, ну или челленджа, но я бы назвал это реально все-таки вызовом самому себе. Первые два дня было очень даже неплохо, я чувствовал себя отлично, первый день и вовсе настреливал прилично, как вам мой рэп. Жестко попадал в голову и ставил плотные такие хедшоты сопернику в каждом матче. Holy shit, the aimbot works. Yeah, of course they have a smoke window. Dead. Good work, fellas. One flash from B. One short, one long. I'm going to smoke. Banana. Wait, push. Random. Flashing behind you, Timo. One more. Nice. Peek in jungle. А вот дальше, начиная уже где-то с дня третьего, стало идти в разы хуже. Возникает вопрос, почему же? Я стал замечать дикую усталость, именно потому, что множество сил шло не только в фокус в игре, а еще много сил тратилось на стримы во время трансляции. Потому что я стримил и стримлю для вас сейчас в августе каждый день, и я пытался показать, что такое реально задротство, рвение и желание достичь поставленной цели. Доказать прежде всего самому себе, что я еще могу и даже лучше, чем когда-либо. По итогу мой АВГ начал стремительно снижаться, и где-то к 10-му дню челленджа я спустился до отметки 14 АВГ за 20 матчей. А это, как вы знаете, не есть хорошо. Off top mid, joint. Такое, наверное, даже не снилось мне в страшных снах, потому что, ну вот буквально прям до челленджа у меня был стабильный 23-24 ВГ за те же 20 матчей. Поэтому я принял решение сделать выходной от стримов, сделать выходной от игры в целом для того, чтобы отдохнуть и пересмотреть дальнейшие свои действия в плане тренировок и вектор развития моего челленджа. По итогу я уменьшил количество игр в FPLC, плюс, конечно же, сказалось то, что после двух недель от начала месяца и моего челленджа людей играет значительно меньше в FPLC, матчей очень мало, в связи с чем я усиленно разбавил свои тренировки изучением гранат и добавил какие-то физические тренировки для себя в домашних условиях. From window. One more. Deep city. По итогу это вроде как сразу дало результат и быстро восстановило мой АВГ хотя бы уже с 14 до 19.
и сделало мою игру более стабильной, нежели это было до всего этого. Потому что, как вы знаете, стабильность — это один из признаков твоего мастерства. Хочется научиться быть суперстабильным, нежели эти качели, когда в один день ты бьешь 30 фрагов, в другой день ты бьешь 5 фрагов, или наши фишечные 9. Дима, 9. Дима, 9, simple 60. Окей, good game. И знаете, мне кажется, у меня получилось. Но все же есть такой моментик, что не всегда получится настреливать много, и не всегда все только зависит от тебя в миксах. В моем случае, особенно когда ты находишься и играешь Б-опорника, и к тебе банально просто не ходит на точку, а если один раз ходит, ты прощелкаешь своим лицом врага, потеряешь концентрацию и фокус хоть на секунду, то тебя сразу сдует. Это как условно на мираже ты прыгаешь и чекаешь секунд 10-15, а твоих челов уже убили на другой точке за 15 секунд. По итогу ты остаешься один, и так происходит в раундов 5. Все это накапливается, ну и сами понимаете, во что это выливается. He's watching it. One in con, one con, one chair. Oh god. I'm gonna pick it. One in window. Could be window. Can be upstairs one. He's on window. Without palace. Baby. Oh, bump. He's holding one short. HP, he's up. Only one holding short. Only one run. Pink is dead. All set. Microphone muted. Infrag мало. В большинстве случаев поражение и потраченное время, а также минус нервы, минус жопа, ну и в принципе все. Как итог, давайте перечислю, что было негативного и позитивного. Начну, конечно же, с позитивного. Первое. Понимание того, как правильно распределять свое время для тренировок и на что делать упор. Второе. Уверенность в себе, которая проявляется в том, что при должном усилии, желании, дисциплине и мотивации можно очень жестко наваливать и чуть ли не брать игры в соло. При этом еще успевая немного подсказывать и координировать тиммейтами. You can start to work on B. Yeah. Top of frame dead. I live to B. Yeah, can you flash me in? I flash one and I flash second, wait, flash second. Default in the molly, shit in molly. Hey player. In the molly. Can you flash B? Don't you can play. Come in. Flash G? Okay. Я уже time. Ставлю, да, я понимаю. Я буду ставить. КТ. Behind trap. One off. Off dead. Nice! 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 Хорошо! Давай, бро. Хорошо. Третье. Максимальное спокойствие в игре, но над этим, правда, еще нужно поработать на самом деле, потому что бывают какие-то минимальные аспекты, которые тебя триггерят, ты на это отвлекаешься и теряешь фокус. Но с этим мы справимся. Четвертое. Появляется желание и цель быть стабильнее, увереннее все, брать игру на себя в адекватных пределах, естественно. Пятое. Появилась привычка искать, тренировать гранаты и просто в целом развиваться вообще во всех аспектах. Становиться супер универсальным тем игроком, который может все. Даже иногда 9 фрагов. А это тоже скилл. Поэтому, друзья, что хочу вам сказать. Думаю, от многих профессиональных спортсменов и киберспортсменов вы услышите этот совет. Не забивайте на свое здоровье. Прислушивайтесь к своему организму во время тренировок и после них. Поймите, в чем надо улучшаться. Признавайте свои сильные и слабые стороны. И обязательно отдыхайте. Делайте адекватные перерывы.
так как это очень сильно влияет на вашу продуктивность. Также это влияет на ваше физическое состояние и ментальное. А без ментального здоровья и без чистого, ясного разума можете даже не заходить и не играть в эту игру. Потому что без веры в себя и упорных тренировок ничего не получится. Наше видео подходит к концу, поэтому, ребятки, поддержите это видео лайком, комментарием и, конечно же, подпиской. Я старался и размышлял для вас. Как-то так. Обнял, поднял, поцеловал. Спасибо за просмотр.